Пресс-служба главы Сагдийской области сообщила о строительстве офиса Народно-демократической партии Таджикистана в Матчинском районе Сагдийской области. По предварительным подсчетам, для строительства двухэтажного офиса правящей партии будет потрачено порядка 500 тысяч сомани, сообщает пресс-служба. Новый офис партии планируется к сдаче до конца года, а средства на его строительство, по утверждению пресс-службы главы Сагдийской области, выделят местные меценаты и члены НДПТ. Напомним, что НДПТ является единственной партией, которая имеет свои здания в столице и других регионах страны и насчитывает около 500 тысяч членов. Большинство из них составляют бюджетники. Некоторые из них даже сообщали о принуждении к вступлению в партию под давлением своего руководства. Также стоит отметить, что в начале 2019 года сотрудников государственных учреждений в Шахритузском районе Хатлонской области, в частности медиков и педагогов, обязали перечислить однодневный заработок на строительство здания районного офиса НДПТ.